Умер в больнице прошедшей ночью. Об этом сообщили в медучреждении. Потом что уже отправили автострофу, увеличилось до 11. Напомню, борт Ми-8, перевозившего стариков из Игарки, упал 26 ноября. Ох ты, ёб твою мать!
67-го, мне аккурат годик от роду. Ответ на давно спрошенный у себя самого, но так... ...что жизнетворно крепили меня в юности, помнились, а теперь сменились печалью. Так ведь они ж никуда не делись. Старая книга говорит, недобрая, братья, вдавшись в печаль из немощи. Он уснул, ты видел? Он спал. Тормози, пожалуйста, умница моя.